4 декабря в Елабужском институте КФУ прошел день открытых дверей. Услышать, увидеть и даже на некоторое время почувствовать себя студентами института – такую возможность получили будущие выпускники школ, пришедшие с родителями в этот день в стены Елабужского института. Вот как раз в этом году заканчиваю и планирую поступление в этот университет на ИСТФАК, ну, если все хорошо сложится, и ну, хотелось бы на бюджет. Я слышал то, что у вас очень хороший преподавательский состав, и для меня это очень важно, потому что я хочу получить хорошее образование. Гостей мероприятия ждала насыщенная и интересная программа. Они посетили музей истории, мастер-классы, получили юридическую и психологическую консультации. Директор Елабужского института КФУ Елена Мирзон рассказала старшеклассникам и их родителям о структуре института, факультетах, направлениях подготовки, о возможностях, которые получает студент Елабужского института КФУ. Любой вуз развивается, если вкладывает в материально-техническую базу. Я думаю, что и сегодня, и чуть раньше, и если будет у вас желание, приходите в следующие разы, участвуйте в наших проектах, и вы увидите, насколько интересные, насколько современные наши учебные лаборатории. Сегодня вот 39 лабораторий, они модернизированы или созданы вновь. Практически на каждом факультете, даже не практически, а на каждом факультете есть обновленные кабинеты, лаборатории. От лингофонных кабинетов до лаборатории системного изучения, или диагностики человека, лаборатории химии, биологии, лаборатории электричества. Поэтому все это, конечно же, работает на качество преподавания и на вот развитие и модернизацию всех образовательных программ, которые сегодня предлагаются в ВУЗе. О ярких студенческих буднях гости мероприятия узнали от первокурсников Юлии Меховых и Кабулы Салметовой. Ребята покорили зрителей своими творческими выступлениями. В этом институте я в первый раз. И мне очень понравилось здесь, нравится. Я узнала, что здесь есть факультет, на который я хочу поступать, и теперь я буду целенаправленно к нему готовиться и знаю, какие давать уже экзамены. Мы приехали из города Нижнекамск. Меня зовут Салах Фурстам, это моя дочь Камила. ВУЗ нам понравился очень, были на собрании сейчас. Вполне возможно, что как бы это будет один из первых вузов, в который мы хотели бы поступить. По окончанию встречи старшеклассники и их родители смогли задать организаторам интересующие их вопросы, а затем прошли по аудиториям, в которых встретились с деканами факультетов. Диана Шилова, Сирена Иванова, Айдар Салихов, Универньюз.